Всем привет, мои динолюбители, с вами SkyTop, и, ребятки, сегодня у нас Beasts of Bermuda, и меня загнездили в гнезде велоцирапторов, ребятки, так что мне осталось всего лишь дождаться своего роста, вылезти из памперсов, так сказать, и посмотреть, что у нас будет твориться. Вот мои, кстати, мама и папа бегают, они очень тщательно следят за моим ростом, кормят меня вкусными кашками, молочными продуктами, чтобы я вырос сильный и здоровый. Ну что ж, давайте дождемся роста, вылупимся из яйца и посмотрим, что приготовила нам юрская жизнь. Да, друзья, кстати говоря, я смотрю, мои родители очень заботливые. Они принесли сюда, на этот холм, где мы гнездимся, достаточно много различных косточек, много мяса. Они, по-моему, даже какие-то цветы носили. Я не знаю, что бы это значило и для чего они нужны, блин. Но это очень мило. Это очень мило, друзья. Так, ну что ж, друзья, по-моему, настал тот самый момент, когда я могу вылупиться из своей скорлупки. Да, я вылупился, и я... Боже, какой я маленький, ты только посмотри. Маленький велоцирапторик. Блин, обалдеть, это так кайфово. Слушай, а меня здесь будут кормить? Меня будут поить? Я всего лишь маленький. Я... Блин... Я боюсь оставаться в таком огромном опасном мире один. Блин, по сравнению со своими родителями, это просто жесть. О, даже он, смотри-ка, он даже еще умеет прыгать. Классно. Так, подожди. Так, пожалуйста, не ругайтесь на меня, родитель. Ну что ты делаешь? Не надо меня таскать. Ну, оставь меня в покое. Да, боже, как это мило, блин, это так кайфово. Слушай, здесь огромное стадо велоцирапторов, прикольно. Мне непонятно одно, для чего они носят вот эти вот цветы. Они дают какие-то им бонусы или что? Так, слушай, а я могу сейчас поесть? Блин, вот эта кость динозавра какого-то, я не знаю. Она в 100 раз больше меня. Блин, обалдеть. Слушай, они там, по-моему, сравнивают, чье это оперение, да, на кого больше похож я, на маму, то ли на папу, и они никак не могут определиться. Блин, блин, это кайф, это кайф. А, вот, подожди, нет, слушай, да, я могу немножко поесть. В принципе, я, конечно, был не голоден, но ладно. Слушай, они тут растят целую семью. Ой-ой-ой, аккуратно, велоцирапторов. Так, самое главное, мне не упасть вот с этого края этой горы, потому что это будет сразу смерть для моего велика, по-любому. Так, ну я думаю, надо, наверное, даже... О, кстати, да, у меня полсамец, прикольно. Ой, мамка, ну что ты делаешь? Опять она меня в гнездо кинула. Да, мне надо немножко дождаться своего роста. Давайте немножко под... Что ты делаешь? Давайте немножко дождемся роста. Слушай, ты посмотри, как меня мамка согревает своими теплыми перышками. Блин, это так забавно. Это так тепло и уютно, боже. Да, ребятки, я, в общем, захотел попить, и мой папаша... Он меня отвел к моему водопою, и я иду попить водички вместе с папкой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не так, стой. Стой, немножко поближе. О, да, вот так вот. Отлично. Видите, как хорошо, ага, в этом домашнем уютном гнезде велоцирапторов. Тебя здесь и накормят, и напоют, и все будет прекрасно. Все, папка, давай меня обратно домой. Мне здесь страшно. Давай, папка, тащи.
дома. Лучше, конечно же, намного лучше. Слушай, я не знал, что велики здесь могут так лазить по скалам. Да ладно. Прикольно, это классно. Да, папа, ты очень заботливый, конечно же, отец. Не мог прямо до гнезда донести. Так, друзья, тут, в общем, короче, произошло так, что во время небольшой словесной перепалки между игроками один игрок меня случайно укусил, вот, поэтому я потерял небольшое количество здоровья, поэтому я сейчас сижу в гнезде, мамка меня обратно затащила, она вставила люлей тому игроку, который играет с нами в стаде. Вот, и я сейчас просто лежу такой спокойно себе, отдыхаю в гнездышке, восстанавливаю хпшки. А еще, что самое плохое, у нас пошел дождь, который я не люблю в Бермуде. Блин, я надеюсь, что шибко огромной непогоды у нас сейчас не будет. Короче, давайте ждем роста, ребятки. Кстати, после непродолжительной отсидки, друзья, я немножко подрос, поэтому я могу побегать немножко, осмотреть округу, но я, конечно, еще слишком мал, чтобы выходить, слазить с этих скал, бегать где-то вон там, вон в джунглях, бегать по лесам и выходить к воде, но я, по крайней мере, сейчас попробую это сделать. Надеюсь, я не переломаю свои маленькие лапки. И только что мы с моим нерадивым папашей мы хотели сделать такой эпик, знаете, как ребят, кто смотрел «Король Лев», он хотел меня поднять, взять в свои челюсти, поднять вот над этой скалой и подержать, и, блин, сделать такой эпик, как в «Короле», в мультфильме «Король Лев», подержать перед всеми жителями Африки. Блин, но я слишком большой, поэтому у него этого не вышло. Так, ребятки, я не знаю даже, стоит ли сейчас мне спускаться с горы, смогу ли я это сделать, или я разобьюсь. Блин, мне просто стрёмно. Да, и, кстати говоря, это было не так уж и страшно сделать это, всего лишь спрыгнуть вот с этой огромной скалы, и я даже и косточки своей не сломал никакой, я в полном порядке. Так, слушай, мне нужно попить воды обязательно. Обязательно сейчас нужно попить воды, иначе я умру от обезвоживания. Так, ну давай поближе. Давай найдем ровное место. Где-нибудь вот здесь, я думаю, самое то будет. Да, отлично. Так, сейчас мне нужно напиться и возвращаться, наверное, обратно к своим родителям, потому что здесь я все-таки пока что незащищенный детеныш Велоцираптора. Слушай, почему они такие мохнатые? Мне раньше казался Велоцираптор, что они не в оперении. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тихо-тихо-тихо. Но оказывается, что они на них, короче, находятся какие-то перья. Так, интересно, как мне сейчас обратно забраться? Непонятно. Так. Блин, здесь я не могу ничего поесть. Так, мне нужно обратно на эту скалу забраться. Блин, как у них получалось, что они прям прекрасно цеплялись за скалу и залезали на самый верх. Слушай, мне кажется, мне сейчас придется просить своих родителей сделать это за меня. Блин. Боже. Да, видимо, в жизни так всегда бывает, когда ты вырастаешь, и твои родители тебе говорят: слушай, сынок, расти сам как хочешь, выживай как хочешь. Я попросил просто затащить меня на гору, на этот, на холм, блин, но мне просто сказали: слушай, чувак, отдыхай, сиди вот здесь под скалой, здесь комфортно, уютно, и все будет в порядке. Ну что ж, ладно, хорошо. Я, конечно, не обиделся, но все-таки. Так, по-моему, с непогодой у нас все замечательно. Дождь кончился.
Мне нужно попить воды и, наверное, что-нибудь, скорее всего, найти покушать, я не знаю. Самое главное сейчас не нарваться на каких-нибудь плохишей. Я думаю, этого не должно произойти. Блин, вон там наверху, на скале, там полным-полно еды. Это теперь мне придется идти и, блин, выискивать себе самому. Блин, боже, как было прекрасно в гнезде, ты не поверишь. А теперь это все вмиг пропало. Так, по-моему, где-то у нас прекрасный запах мяса идет. Слушай, а вон они пошли вниз. Блин, ну так тяжело было сказать, пойдем с нами. Я не пойму. Так, мне нужно успеть обязательно за моими, я не знаю, назвать их бывшими родителями. Они где-то спустились, по-моему, здесь, внизу по холму. Ох, как же мне нравится велоцираптор. Ты просто не представляешь, с какой огромной скалы я только что шлепнулся в воду. Блин, и я остался жив. Мне кажется, если бы это творилось бы в The Isle, то мне кажется, я уже бы помер бы давно. А кстати, по-моему, вон там, если я не ошибаюсь, у нас что-то есть из еды, и, по-моему, там огромные ребра. Сейчас подожди, я подплыву поближе. Да, от своего гнезда я отплыл уже на большое расстояние, но я постараюсь туда еще вернуться. О, да, у нас тут мяско, у нас тут еда, то, что мне сейчас очень необходимо. Блин. Подожди, а вот с той стороны, что у нас там? Сейчас наш велоцираптор набьет свой желудок. Я так понимаю, здесь ребра вот эти пустые, то есть у нас тут уже побывали какие-то хищники, непонятно. Вот эти цветы, кстати говоря, они их таскали на гору, пока я был маленьким. Слушай, они какие-то дают поинты или что? Давай посмотрим. Да, они, по-моему, дают поинты, и это очень хорошо. То есть нашего персонажа мы сможем еще прокачать. В чате кто-то пишет, все ушли. Да нет, никто не ушел, все здесь. Так, ладно, давай-ка я вернусь сейчас в свое гнездо. Лучше быть поближе к дому, блин, чем в таком огромном, на огромном расстоянии от него. Потому что здесь сейчас везде практически может быть опасность. Поэтому я лучше вернусь к своим родакам, к своим предкам. Кстати говоря, ребятки, я немножко соскользнулся с той скалы и переломал себе, блин, маленькие лапки. Так, а кстати говоря, у нас тут уже кто-то ходит. И мне кажется, это какой-то хищник, который выслеживает наше милое, уютное семейное гнездышко. Надо бы за этим проследить. Я не дам в обиду свою мамку и папку. Так, слушай, давай-ка посмотрим, кто там был. Подожди. Но это был, наверное, скорее всего, не хищник. Мне показалось, что это был какой-то травоядный. Возможно, это был паха. Подожди-ка, ну-ка, стой. Нет, он очень быстро ушуршал, поэтому, блин, мы его уже с вами, к сожалению, не увидим. Блин. Так, подожди. У нас была вот эта скала, и вот здесь мы на ней тусили, да, с самого начала. Да, именно с самого начала мы тусили на этой скале. А вот как на нее, да. Так, отлично, хорошо. Медленными шажками, но мы
попробуем на нее забраться. Стой, стой, стой. Подожди, аккуратно. Давай пробуем еще разок. Мелкими шажками. Практически получилось. Да. И я уже на вершине этого холма. А, нет, вон вот та скала была нашим домом. Так, ну что ж, ладно, давай попробуем. Давай попробуем. Самое главное найти вот эти уступы, по которым можно сейчас забраться, блин. Так, маленький уступ здесь. Слушай, я не знал, что велоцирапторы так обалденно шикарно прыгают высоко. Блин, практически получилось. Так, стой. Мне нужно вернуться в гнездо. Ты понимаешь, что мне нужно вернуться в гнездо? Ребятки, я немножко отбился от своего стада. Я все... Боже, блин, мне так не повезло. Боже, я... Это капец. Блин, это капец. Меня убил, блин, паха. Господи.